6 июля 2022 года врач медицинского центра Mount Sinai West, что в переводе означает «Западная гора Синай», в Нью-Йорке, вставил имплант длиной 3,81 см в кровеносный сосуд головного мозга пациента с боковым амиотрофическим склерозом. Цель устройства – позволить пациенту отправлять электронные письма и сообщения мысленно, даже после того, как он потерял подвижность. Устройство, состоящее из проводов и электродов, преобразует мысли в команды для отправки на компьютер. Основанная в 2016 году австралийская компания Synchron ранее в 2019 году имплантировала это устройство в мозг 4 парализованных пациентов в Австралии. Эти пациенты могут использовать этот мозговой имплантат для отправки сообщений в WhatsApp и совершения покупок в интернете. Компания Synchron привлекла внимание специалистов в области интерфейса мозг-компьютер, поскольку ее устройство, известное как StentRod, можно вводить в мозг, не прорезая череп человека и не повреждая его ткани. Врач делает надрез на шее пациента и вводит StentRod через катетер, через яремную вену в кровеносный сосуд, расположенный в моторной коре. Когда катетер удаляют, StentRod в виде цилиндрической полой проволочной сетки раскрывается и начинает срастаться с внешними краями сосуда. Затем во время второй процедуры StentRod подключается через провод к вычислительному устройству, имплантированному в грудь пациента. Для этого хирург должен создать туннель для провода и карман для устройства под кожей пациента. Как это делается для размещения кардиостимулятора? StentRod считывает сигналы, когда нейроны активируются в мозгу, а вычислительное устройство усиливает эти сигналы и отправляет их на компьютер или смартфон через Bluetooth. Хотя это может вызвать у некоторых людей брезгливость, это гораздо менее инвазивно, чем нынешняя современная технология, известная как массив Юты, который требует, чтобы врачи разрезали скальп и просверливали череп, чтобы ввести жесткие иглы в мозг. Необычное ощущение. Затем они прикрепляются к устройству размером слайм, помещенному на макушке человека. Массив в штате Юта позволил пациентам с тяжелыми формами инвалидности, например, управлять роботизированными руками, чтобы принести им чашку воды. Но обычно они используют устройство только под наблюдением в больнице, и мозг имеет тенденцию образовывать вокруг себя рубцовую ткань, ухудшая сигналы, собираемые электроникой с течением времени. Аналогичный проект Илона Маска, Neuralink, еще не получил одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США. Устройства Neuralink и Synchron различаются по размеру и настройке. Neuralink меньше, но часть черепа должна быть удалена хирургическим путем, прежде чем его можно будет вставить в мозг. Synchron же делает это, помещая устройство в сосуды, питающие мозг, не удаляя череп. Neuralink работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата, который можно будет поместить в мозг с помощью упрощенной хирургической процедуры с помощью робота. Тем не менее, это также потребует удаления куска черепа пациента, и компания еще не получила одобрения на испытания на людях. В общем, эти ребята обогнали своего конкурента Илона Маска в создании киборгов. Спрятанный в моторной коре StentRod использует 16 электродов для мониторинга активности мозга и регистрации возбуждения нейронов, когда человек думает. Сила сигнала со временем улучшается по мере того, как устройство все глубже срастается с кровеносным сосудом и приближается к нейронам. Программное обеспечение используется для анализа закономерностей данных мозга и сопоставления их с целью, которую пытается достичь человек. В предстоящие месяцы и годы Synchron
стремится уменьшить размер своих устройств, одновременно увеличивая их вычислительную мощность. В случае успеха компания сможет размещать многочисленные стентроды у каждого пациента в различных частях мозга, что позволит им выполнять больше функций.